Let's start with this Ukrainian ATGM strike on a Russian armored fighting vehicle at the Eastern Front. Taking Kyiv is unrealistic, says the Russian pundit aloud on national TV. We need to find creative diplomats to avoid capitulation. Россия действительно нужна сейчас, в настоящее время, очень талантливая, нестандартная, очень креативная дипломатия и креативное применение, в том числе и военные силы, там, где это нужно, для того, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой, Сциллой капитуляции и Харибдой. Ну, понятно, или сдаться сразу, или сдаться вынужденно через какое-то время. И еще очень коротко насчет наступления. Знаете, за 8,5 месяцев, давайте будем реалистами. Конечно, нам всем, хотелось бы, чтобы российская армия показывала больше успехов, чтобы у нас было больше успехов в целом. Но давайте будем реалистами. За 8,5 месяцев Россия смогла без боя взять один областной центр, и то ей пришлось его оставить. При таких вводных нас какое-то большое наступление, идея о том, что мы возьмем Киев, идея о том, что те задачи, которые поставил президент 24 февраля, будут решены, это все маловероятно. Давайте исходить из реалистических прогнозов. Да, я с вами согласен, но, откровенно говоря, мы, в общем, наступление это не вели, по крайней мере, не теми силами, которые было нужно. And this is from occupied port town Berdyansk in South Ukraine. Previously unseen wreckage of a modern Russian T-90A tank destroyed reportedly by Ukrainian Excalibur strike in Kherson Oblast. Very rare footage of a train carrying Ukrainian T-64 tanks. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day, we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.